Сегодня мы с вами будем готовить сытный и полезный обед из супов Wellness. Вот такие супы, которые имеют мало калорий и очень-очень питательные и, самое главное, очень полезные. Это натуральные продукты. И давайте ближе познакомимся, что же входит в состав таких супов. Вот у нас сегодня два вкуса, это томат и базилик. И вот такой вот спаржевый, да, суп. Вот в суп томат и базилик входит. Я прямо прочту вам, чтобы вы доверяли мне 100%. Вот. То есть буду читать прямо с коробочки. 100% натуральный продукт с высоким содержанием протеина и низким содержанием жира. Для приготовления вкусных и сытных супов. Содержит смесь протеинов из трех растительных источников. И что же входит сюда? Гороховый протеин, соевый, томатный порошок, фруктоза, кукурузный крахмал, соль, натуральный ароматизатор, картофельный протеин, клетчатка, рапсовое масло, базилик, лимонная кислота и, соответственно, перец. Этот суп немножко такой остренький у нас будет. Вот такой томат и базилик. Мне он очень нравится, и по вкусу вот он мне более-более приятный. Ну, вот такой суп, это тоже очень полезный суп. И вы знаете, аромат от этого супа, даже его нужно заливать кипящей водой, но когда-то у меня так получилось, что вода была холодная, ну прямо пахнет свежим горошком, вот который только-только молодой, только сорвали, и вот такой аромат. Что же входит в этот состав? Значит, у нас здесь гороховый протеин, соевый, кукурузный крахмал, фруктоза, соль, натуральный ароматизатор, шпинатный порошок, то есть здесь шпинат, да, порошкообразный крем из подсолнечника, головки спаржи, прямо кусочки здесь такие присутствуют, картофельный протеин и, соответственно, клетчатка, рапсовое масло и луковый порошок. То есть все, что очень полезно, вот, и очень-очень вкусно. Мы сегодня будем готовить вот такой суп. В таком супе, в такой коробочке находится 14 порций, то есть на 14 супов. Получается, ну, в среднем около полумесяца, если вот такую порцию мы будем употреблять. Вот, я храню такой суп вот такой вот медной коробочке. И супа нам потребуется на порцию 2 столовых ложки. 28 грамм. Ну, я беру прямо такие вот хорошие ложки, потому что 28 грамм можно мерить даже нашей мерной ложечкой, полторы ложечки. Вот такой вот порошочек. Пахнет очень вкусно, уже вызывает аппетит. И залить такой суп нужно стаканом кипящей воды. Ну, я вот пока что стакан буду 220 миллилитров воды. Я вот измерю так, если можно. И вот просто его залью и размешаю. Размешаю. Если вы посмотрите, то увидите, здесь даже зелень присутствует, базилик. Аромат томата, базилика. Очень-очень вкусно. И удобно такой суп приготовить можно, если вы на работе. Вот вам нужно сделать как бы быстро-быстро пообедать, что-то приготовить для себя. Это намного, конечно, полезней, если вы будете покупать какие-то полуфабрикаты. Здесь к этому супу мы можем с вами добавить зелень, если у вас под рукой зелень. Можно посыпать сверху сухариками. И такой суп можно есть сразу. Он быстро очень как бы приготовился у нас. Можно подождать, пока он остынет, а также можно в холодном виде его есть. И это очень-очень вкусно. Но я просто хочу добавить сюда вот сухарики ржаные, вот обычные сверху, да, если вы любите. И очень легкий обед, когда вы, допустим, такую порцию супа съедаете и добавляете какой-то салат. Просто салат. Поэтому будете следить за своим весом, будете всегда здоровы. Где же можно приобрести вот такие супы? А посмотреть каталог вот таких продуктов вы можете на нашем сайте. И, соответственно, в этом каталоге очень много продуктов для здорового питания. И коктейли, и супы, и витамины. И если вы приобретете такой суп, вы можете приобрести вот такую замечательную книгу. Это книга, которую написал профессор Стик Стен.
Я хочу сказать, что это тот человек, который занимался изучением долголетия, здорового образа жизни. И здесь очень-очень много полезной для себя информации вы найдете. И не только как правильно питаться, а вообще как же жить долго и счастливо. Я желаю вам здоровья. Пользуйтесь нашими замечательными продуктами. Добро пожаловать на наш сайт. И до скорой встречи!